в городе Старый Смотрин. Промышленное здание архитектурного монолита внесено в место национальных памятников культуры Словакии. Эта работа была достойна награды в номинации «Успешная реставрация и адаптация». Приз за публикацию «20 лет с памятниками» получил Милош Дудаш, авторский коллектив и региональное управление охраны памятников города Жилина. 20 лет назад. Для вас мы подготовили звукорежиссер Романа Шумерникова и автор ведущего Владимир Васильев. Я благодарю вас, Шумерникову и Ирину Сичикову, за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем всем самого. Будьте здоровы, счастливы. Наш адрес. Радио Словакия International РТВС, Минска Долина, ПО Бокс 55, почтовый индекс 845-45, Братислава, Словакия, электронная почта RSI, подсрочник russian@rtvs.sk, веб-страница rsi.sk, аппликация и радио РТВС. Подготовленные Международным радио Словакии. Всемирная радиосеть продолжает свою. На этом мы заканчиваем двухчасовую ретрансляцию наших передач на коротких волнах. Эти ретрансляции можно принимать ежедневно с 15 до 17 часов по всемирному времени в диапазоне 25 метров на частоте 12 095 кГц. Мы продолжаем трансляции передач всемирной радиосети, которые вы можете слушать круглосуточно на стыке Хотбёрд, позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский, а также потоковое вещание в интернете. Полную информацию вы можете найти на сайте wrn.ru. Вы слушаете всемирную.